Здравствуйте, вы на канале Аздару. В эфире программа «Итоги недели Центральной Азии». В студии Елена Мищенко, и в этом выпуске мы расскажем. В странах Центральной Азии увеличивается заболеваемость COVID-19 на фоне вакцинации. ВОЗ предупреждает об ухудшении ситуации с полиомиелитом в Таджикистане. Ташкент и Бишкек продолжают переговоры по делимитации и демаркации границ, но не сообщают подробности. Британский эксперт представил выводы о смерти внука Назарбаева в Лондоне. Таджикский правозащитник Иззат ОМОН задержан в России и может быть выдворен в Таджикистан. Практически во всех странах Центральной Азии начался процесс массовой вакцинации от коронавируса. Тем не менее, в некоторых все равно наблюдается увеличение заболеваемости. В Казахстане 23 марта сообщили о 1101 новом случае заражения коронавирусной инфекцией, 10 новых пациентах с ковидоподобной пневмонией и 12 летальных исходах. В этот же день стало известно, что президент страны Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и обратился с просьбой обеспечить республику дополнительными дозами вакцины «Спутник Ви». 16 марта министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что из 6 миллионов граждан страны, которые должны пройти иммунизацию, прививку получили более 76 тысяч человек. Тогда же было сказано, что власти рассматривают два сценария развития ситуации с COVID-19. Пессимистичным считается тот, при котором количество случаев заражения достигает 1700 в сутки. В последние дни в Казахстане ежедневно регистрируется не менее 1100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее города Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область были признаны наиболее опасными красными зонами по распространению болезни. Массовая прививочная кампания против коронавируса в республике началась 1 февраля. Для этого власти страны закупили у России 22 тысячи доз вакцины. Начиная с апреля правительство Казахстана готовится к иммунизации населения отечественным препаратом CAS-COVID-IN. Кроме того, Минздрав сообщал, что ведутся переговоры о приобретении вакцины, которую совместно производит компании Pfizer и BioNTech. В Узбекистане за последнюю неделю также наблюдается всплеск заражений коронавирусом. По состоянию на 23 марта общее количество случаев COVID-19 в стране достигло почти 82 тысяч. По сообщению Министерства здравоохранения, 141 пациент находится в тяжелом состоянии, 23 человека в очень тяжелом. По официальным данным, в стране зарегистрировано 622 летальных исхода от коронавируса. Власти Узбекистана отметили, что иммунизация населения будет добровольной, и в первую очередь она будет предложена правоохранителям, медикам и учителям, то есть тем, кто больше всего работает с населением. Первый заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Нурбоев заявил, что в узбекистанцев, которые опасаются прививаться препаратом AstraZeneca из-за многочисленных сообщений о возможных серьезных побочных эффектах, появилась возможность апреля месяца выбрать российскую или китайскую вакцину. Между тем, появилось сообщение, что по республике регистрируются специальные электронные базы данных лиц, которые подлежат вакцинации от COVID-19 в первую очередь, и прививки им планируют делать в принудительном порядке. Так, сотрудник одного из районных отделений службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в Наманганской области на условиях анонимности рассказал радио «Азадлик», что руководство поручило им агитировать население сделать прививку от коронавируса. В Таджикистане 23 марта официально началась государственная кампания по вакцинации граждан против коронавируса. В этот день в клинике Истиклол города Душанбе первыми прививку получили министр здравоохранения Джамалиддин Абдулазода, его заместители и глава представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Осама Макави Когали. Последний пояснил, что таким образом хотел доказать, что вакцина AstraZeneca абсолютно безопасна. А глава Минздрава Таджикистана призвал население пройти иммунизацию, отметив, что для этого по всей стране было открыто 3000 прививочных пунктов. Согласно планам правительства, первыми должны быть провакцинированы медработники, работники стратегических отраслей экономики, граждане старше 60
60 лет, пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также работники науки и образования. В рамках международной программы COVAX Таджикистан получил 192 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Ранее власти Таджикистана заявляли, что полностью победили коронавирус. Согласно статистическим данным, за год было выявлено более 13 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерло 90 человек. Однако независимые эксперты заявляют, что реальные цифры намного выше. В Туркменистане, власти которого отрицают наличие коронавируса в стране, тоже продолжается массовая иммунизация населения. В частности, в республике были открыты карантинные зоны для иностранных граждан, а больницам на местах поставляют вакцины из России и Китая. Первыми прививки получили медики и военнослужащие. Через неделю планируется начать вакцинацию граждан старше 60 лет. В январе власти Туркменистана зарегистрировали две российские вакцины и начали их испытания. Затем они приобрели также китайский препарат Sinopharm. При этом официальный Ашгабад заявлял о намерении исследовать и провести регистрацию и других иностранных вакцин, предлагаемых Всемирной организацией здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения сообщает об ухудшении ситуации с полиомиелитом в Таджикистане и квалифицирует ее как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности. В официальном сообщении этой организации говорится, что по состоянию на 18 марта в Таджикистане зарегистрировано 4 случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения второго типа. При этом несколько случаев были выявлены среди дальнего и ближайшего окружения заболевших. Полиомиелит является вирусной инфекцией, поражающей нервную систему детей. Болезнь приводит к параличу конечностей и гибели. Сообщается, что вирус, которым были инфицированы дети, произошел от вакцины против полиомиелита и, изменяя свой состав, он начинает вести себя как естественный вирус. ВОЗ отмечает, что живой, ослабленный вакцинный вирус обеспечивает более сильный кишечный иммунитет, и в местах с низким уровнем санитарии он может передаваться от человека к человеку. По сообщению организации, в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинации поступающих субнационального уровня. Чтобы гарантировать выявление любых текущих или прошлых случаев инфекции, страна активизировала меры по эпиднадзору, в том числе создав систему эпиднадзора за полиовирусами в окружающей среде. По данным Всемирной организации здравоохранения, число вспышек полиовируса в мире резко выросло с начала 2019 года. В прошлом году случаи появились в Афганистане и были зарегистрированы в районах, расположенных в непосредственной близости от Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Новости о вспышке полиомиелита появились через месяц после того, как таджикское правительство объявило о ликвидации COVID-19 в стране. И то, что официально о случаях выявления заболевания полиомиелитом в ноябре прошлого года и в феврале текущего в Таджикистане не было объявлено, вызывает вопросы о точности данных Министерства здравоохранения. В столице Узбекистана 24 марта состоялись переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Однако детали и результаты встречи до сих пор не опубликованы. 11 и 12 марта состоялся визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан, по итогам которого было заявлено о намерении двух стран в трехмесячный срок решить проблему границы. По словам главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, стороны впервые договорились очень жестко, конкретно что, кто и когда должны делать. По итогам встречи двух президентов на сайте президента Кыргызстана появился комментарий его пресс-секретаря Галиды Байтерсовой. В частности, там было отмечено, что кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав СОХ, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу, а узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-Тоо,
которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья. Информация вызвала большой резонанс в кыргызстанском сегменте интернета. Правительство стали критиковать за предоставление коридора в узбекский анклав. Позже информация на сайте была изменена. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев во время встречи с местными жителями в Баткене также заявил, что узбекский анклав СОХ не получит коридор. Позже глава Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью радио «Азатык» сам прокомментировал ситуацию. Мы сказали, что откроем авиасообщение в СОХ, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнение о том, что будет предоставлен коридор в СОХ. Откроют дорогу, дадут воду. Это неверная информация. А что касается Онкурто, то Шавкат Мирзиёев сказал: «Мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам». Насколько существует вероятность успеха в нынешних переговорах? Договорятся ли стороны окончательно или это стремление получить политические очки? Какие основные противоречия у сторон и что мешает окончательно закрыть этот вопрос? Об этом все мы поговорили с экспертом. Конечно, этот процесс не быстрый, и то, что вот главы правительственных делегаций встретились, пока еще непонятно, к чему это может привести, потому что, по-моему, наша делегация сегодня должна пресс-конференцию дать, пока еще я не видел, была она или не была, или они что-то скажут, может, ничего существенного не скажут, может, просто скажут, что есть добрая воля с двух сторон, и идет какой-то процесс. По существу, конечно, сложно понять, ну и тем более это достаточно чувствительная тема, по поводу которой все равно по содержанию мало, конечно, там, разглашают что-либо, тем более, что когда речь идет о, предположим, Кыргызстане, как стране чуть более такой свободной, где есть такое определенное общественное давление, где есть определенная политика популизма и всякие щепетильные вопросы, как, предположим, вариант обмена территориями или еще какие-то такие вопросы, которые иногда вызывают недовольство граждан, особенно живущих в приграничных территориях, наши политики стараются, конечно, вот эти острые углы обходить и в том числе учитывать, что не... Раз у нас прошлые политики немножко так, их репутация страдала в силу того, что их обвиняли, то Китаю продали землю, то Казахстану, то еще что-то. И в этом отношении, конечно, где-то свобода у нас позволяет немножко наше правительство делать чуть более подотчетно, потому что они вынуждены рассказывать и объяснять, что и как делается. Но где-то, конечно, это и определенное давление, что, может быть, немножко эффективности процесса тоже говорить, во всяком случае, с нашей стороны. Поэтому к чему приведет вот этот, приведет этот раунд переговоров, пока непонятно. Во всяком случае, может быть, сам факт того, что стороны встречаются, что-то обсуждают, сам по себе тоже такой неплохой знак. Где-то, конечно, есть различные проблемы, но если посмотреть на карту Ферганской долины, там, скажем, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, очень сложность большая создает ситуация с анклавами и эксклавами. Предположим, на территории Кыргызстана есть один таджикский эксклав, там есть узбекский эксклав. В этом отношении там это же вопрос не только делимитации границ, но и попутное решение вопроса, а что делать с этим? Это анклав для нас, эксклав для Узбекистана. И, предположим, там сколько там, 10-20 километров от основной территории Узбекистана до этого эксклава, и там им важно, чтобы было какое-то сообщение. А иногда наша сторона иногда пыталась это тоже использовать как карту, если есть какие-то ситуации, вопросы обострения каких-то отношений, тогда каждый хочет иметь какие-то козырные карты. И в этом отношении вот эти переговоры тоже сложный момент, как не отдать раньше времени козырь, условно говоря, но в то же время показать, что есть добрая воля, есть желание как-то шаг за шагом идти к какому-то общему консенсусу и к решению общему, удовлетворяющему в обе стороны. Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер своей смертью из-за кокаиновой зависимости. Такое заключение представил 24 марта расследовавший смерть британский коронер. Его выводы, как ожидалось, развеивают настойчивое подозрение об обстоятельствах кончины Назарбаева, которого нашли без сознания в Лондонском парке 16 августа прошлого года. Айсултан Назарбаев – второй сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана, рожденный в браке с Рахатом Алиевым. Бывший зять Назарбаева Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году, где ожидал суда по обвинению в похищении топ-менеджеров банка, который он контролировал. Власти Австрии назвали причиной смерти суицид, однако нанятые второй женой Алиева адвокаты полагают, что он был убит.
Айсултан говорил, что после смерти отца пристрастился к наркотикам. Его публичные заявления с критикой в адрес властей и своих влиятельных родственников официальные лица в Нур-Султане связывали с наркозависимостью. Айсултан Назарбаев, в частности, рассказывал в Фейсбуке о масштабной коррупции с участием членов семьи экс-президента, которая обходится казахстанскому народу в миллиарды долларов, и выдвигал обвинения в адрес своих родных. Он утверждал, что у него есть доказательства серых схем продажи казахстанского газа, рассказывал журналистам о некой магии и колдовстве, которым, по его утверждению, прибегает мать. Он писал, что его мать всегда держала деда на крюке из-за того, что Айсултан на самом деле его сын, а не просто внук. Даурен Абаев, бывший тогда министром информации Казахстана, назвал выпады Айсултана фантазиями наркозависимого. В октябре 2019 года британский суд приговорил внука Назарбаева к условному сроку, признав виновным в нападении на лондонского констебля, и обязал пройти курс лечения от наркозависимости. Судя по материалам дела, в июне он проник в чужую квартиру в центре британской столицы, постирал там свои вещи и попытался ворваться в соседнюю квартиру. Он оказался сопротивление прибывшим на место полицейским, сильно укусив одного офицера за руку. В феврале прошлого года Айсултан заявил, что просит убежище в Великобритании. Инспектор полиции Крис Эверетт, выступавший на слушаниях 24 марта, сказал, что у Айсултана на момент смерти был дипломатический паспорт с деловой визой, а какие-либо документы о подаче прошения о политическом убежище отсутствовали. Дариға Назарбаева, бывший спикер Сената парламента, а сейчас член Мажилиса, после смерти сына призвала общественность проявить понимание и уважительное отношение к невосполнимой утрате. В январе этого года в документальном фильме «Штрихи к портрету. Личное», показанном в эфире государственного канала, Назарбаев сказал: «Мы потеряли одного внука, который был очень похож на меня. Очень сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться». 2020 года. Тверской суд Москвы обвинил известного правозащитника и главу Центра таджиков Иззата Омона в незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. Правозащитник был задержан 25 марта. Теперь ему грозит штраф и депортация на родину. В Тверском суде сообщают, что Иззат Омон обвиняется в нарушении статьи об административных правонарушениях, о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. В суде разъяснили, что это правонарушение влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы России или же без такового. Указанная статья касается иностранных граждан и лиц без гражданства, а Иззат Омон ранее говорил, что с конца 90-х является гражданином России. Иззат Омон был задержан 25 марта сотрудниками московской полиции. Его коллеги сообщили, что около месяца назад власти Таджикистана обратились к правоохранительным структурам Российской Федерации с просьбой отказать Иззату Омону в предоставлении российского гражданства. Московская полиция о задержании таджикского активиста пока не сообщила. В посольстве Таджикистана в Москве заявили радио Зуди, что им ничего неизвестно о судьбе правозащитника. В октябре прошлого года московские полицейские обыскали офис возглавляемого Иззатом Омоном Центра таджиков из-за пропаганды религиозного экстремизма. Сам правозащитник на своей странице в Фейсбуке писал, что сотрудники полиции искали у него в офисе экстремистскую литературу и всем своим поведением дали понять, что знают, кто он и чем занимается, но приказ есть приказ. В опубликованном распоряжении об обыске говорилось, что Иззатулла Халов, то есть Иззат Омон, возможно, осуществляет пропаганду религиозного экстремизма. По версии силовиков, посетители центра могут исповедовать радикальные формы ислама, изучать запрещенную литературу и совершать противоправные действия на территории Москвы. Сам Иззат Омон перед своим задержанием опубликовал в YouTube видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где говорит, что, возможно, его лишат гражданства и отправят в Таджикистан. Вы, когда смотрите это видео, это значит, что меня на территории Российской Федерации нет уже. Поскольку за мной гоняются, я более чем уверен, что меня увезут,
потому что эти люди, этим людям заплатили огромную сумму денег, и власти Таджикистана, представители властей Таджикистана вместе с некими спецслужбами Российской Федерации, которые получили огромную сумму денег, хотят, намереваются меня отправить в Республику Таджикистан для того, чтобы меня посадили в тюрьму за то, что я критикую действия властей Таджикистана. Да, я критикую, но я не состою ни в каких партиях, ни в каких движениях. Я об этом многократно говорил. И также в рамках моей деятельности в 2018 году я узнал, что в отношении меня в Таджикистане возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ. Это значит терроризм и экстремизм. Это уму непостижимо, что в отношении кандидата наук и правозащитника, который всегда призывает молодежь адаптироваться и интегрироваться на территории Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Изатом он родился в 1973 году в районе Рудаки. В 90-м окончил среднюю школу, а в 97-м – экономический факультет Таджикского национального университета. С начала 2000-х он проживает в Москве, где в 2009 году окончил дипломатическую академию при МИДе Российской Федерации, а в 2013 году – аспирантуру Академии госслужбы при аппарате президента России. В настоящее время Изатом он работает адвокатом в Международном адвокатском бюро в Москве и возглавляет организацию «Центр таджиков Москвы». В начале 2019 года на родине возбудили против Изата Омона уголовное дело по статье об экстремизме за видео с критикой запрета хиджаба, ставшее популярным в YouTube. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Мы говорим о том, про что иные предпочитают умалчивать. Встретимся через неделю.